И снова всем привет, с вами Олег Гудвин, и сейчас мы проходим мануальную терапию и рассмотрим приемы, которые можно сделать, когда человек сидит. Ну, в принципе, многие из них выполняются и когда человек стоя, вертикально стоит, очень похоже. Значит, посадили человека вот так вот на кушетку, можно и поперек посадить, да, в принципе. Ну, для некоторых приемов удобнее, чтобы он фиксировал себя ногами. Помните, я раньше говорил, что всегда нужна фиксация. Значит, по поводу шеи. Чтобы добраться до атланта, там же очень много мышц так вокруг всей шеи идут. Поэтому нам надо их сначала растянуть, подготовить. Берем, фиксируем его об себя, за плечо держим, да, и голову расслабляем. Начинаем натягивать вот туда и постепенно крутим медленно вокруг всей шеи. Видите, и рука моя верхняя, которая ползет по черепу, вокруг черепа, натягивая все мышцы. Это вот достаточно медленно делается. Минутка в одну сторону и минутка в другую сторону. Ну, я немножко ускорюсь. Уже там даже кое-что может прохрустеть. Теперь натягиваем шею. Вот представьте, что тут как будто луч идет. Да, и этот луч вот по спирали вот так вот вниз уходит. По логарифмической спирали. За затылочную кость берем. Отталкиваемся от плеча. И вот туда ее проворачиваем. Назад и вот туда. И вот в сторону. Видите, от плеча оттягиваю. Тянется тогда, когда мы кость от кости оттягиваем. То есть это все еще мышечная проработка, да? Да, это мышечная подготовка, можно сказать. Подготовка, да. Теперь берем затылочную кость, вот так немножко череп вверх. Так руки держать, руки просто висят. Вот опять же захват от плеча отталкиваюсь, да, из затылочной кости вот вверх как бы пружиним так. Пружиним. Видно там, да? Так, и прежде чем проводить какие-то манипуляции, там, влево-право, поворачивая позвонки, да, желательно все-таки декомпрессировать его. Поэтому просим прикоснуться подбородком ключицы. Руки клади вот сюда, на шею. Замок? Замок, да, замок. Большие пальцы вместе. Замок. И, соответственно... Соответственно, подходим дифференцированно. Например, нам надо шейно-грудной переход. Ну, давайте снизу начнем. Нам надо вот верхний грудной отдел растянуть, да? Это четвертый, третий, первый, да? Ну, до шестого уж точно там дойдет. Берем за локти. Если за локти невозможно взять, допустим, слишком объемный человек, да? Нам поможет вот полотенце. Локти должны быть максимально сведены. Вот захватили за полотенце. Уперли, соответственно, вот в то место, куда нам надо. Пониже, да, грудной клетки. И на себя. Так, скользнули. И на себя натянули. Угу. То есть, получается, локтями, по идее, он должен на себя на грудную клетку нажать. И через ребра пойдет воздействие вот сюда, где мы грудной клеткой уперлись выше примерно сантиметров на 12, чем спереди. Можно сделать еще вот так, локти придавил здесь. С локтями вот на грудную клетку мы давим, расслабляй. Захватили и на себя. Натянули и... Проглотнули. Где-то здесь было, да? Угу. Вот, теперь шейно-грудной переход. Опять клади сюда руки. Самое главное, чтобы мы их там свели. Локти поближе. Можно взять за запястье. И там вот сводим. Угу. Я грудной клеткой уже повыше держусь. Натянули человека. Немножко попружинили влево-вправо и...
уже выше, да? Угу. Еще выше идем. Шейно-грудной переход, это примерно C1, C7, T1, T2, C6, вот этот вот участок. Опять клади руку, ой, подбородок на ключицу, на грудину вернее. Свои руки кладу повыше. Вот тут вот. У меня будет распорка моими руками. Вот так вот. Разжимать буду именно вот это место. Для этого своей грудиной я поднимаюсь выше уже. Вот практически на это место. Ну, кстати, не получается так взять, да? Можно вот так вот положить руки. Растянули и... Вот. Все вверх движение. Да, все движение вверх. На себя он должен завалиться вот так вот. И вверх мы его как бы вот выдергиваем. Где-то здесь было, да? Не повыше, да. Теперь еще выше. Средний отдел. Примерно C30, C4, C5. Клади опять сюда руки. Пальцы его большие вместе. Видите, мы дифференцированно идем. И тут я уже руки кладу на его руки. Здесь. Только сам не перекрещиваю. Не в замок, расслабь, все плечи напряжены. Еще плечи напряжены. Больно, ты думаешь. А, тянется, может, ткань? Угу. Не, мышцы тянутся. Давай, чтобы вот мышцы, не, кожа не тянулась. Нет, ткань фигня. Через полотенчик, либо через футболку. Ага, расслабились. Вот провис на меня, как в угомонке, и поддернули вверх. Теперь атлантооцепитальный и атлантоаксиальный сустав, уже совсем высоко. Руки клади уже на затылочные кости, замок также, да? И большими пальцами мы вот тут уже его обнимаем, как бы снизу, вот так. И получается два положения. Когда на флексию вперед вот он наклонился, я опять подложу сюда и под затылочную кость подхватываю, да? То же самое, натяну на себя и вверх. С выдохом. Подкинул. И теперь на экстензию. Смотри в потолок. Локти его расширил и строго вверх. Подкинул. Нормально? Угу. Теперь. А, до сюда дошло даже. Ну, сбросить себе напряжение так. Ага. Ну, теперь мы нащупываем сами отростки, остисты, голову вперед. Вроде бы мы его уже сегодня правили, так что все уже ровно. Тут. Хорошо, да. Да, боковые, поперечные отростки. Вот немножко справа все-таки торчит, да, вот тут болит справа есть. Вот проверили в 3D для себя, как бы поняли картину, да? То есть по остистам вот этот треугольник и по боковым, по поперечным. Спину выравниваем, а голова болтается свободно так вот. Значит, правило такое. Куда мы направляем руку, туда и идет воздействие. Ну, допустим, вот я большим пальцем, давайте с этой стороны, через ребро, получается, первое ребро, дойду примерно до 4-го позвонка грудного. Вот прям по этому вектору. Значит, фиксируем его, даже меня может немножко покатиться. Расслабили голову. И голову толкаю ровно в бок на свою руку. Одновременно такой идет толчок. Вот так легко, да? Угу. Резко, одновременно. Две стороны. Идем к С7. Уперлись, получается, в поперечный отросток. И можете себе помочь тем, что уперлись еще большим пальцем в остистый отросток. Вот седьмого. Седьмого, да. Вот мы будем вот так выворачивать. Тоже движение. Вот я предлагаю расслабиться. Представить, что голова как пустой котелок, так болтается, да. Ловлю, когда он расслабился, и на этой амплитуде... Раз, подловил его. Иначе, если будете долго готовиться, он успеет напрячься, расслабиться, вы долго будете искать. Просто загиб туда. Да, просто загиб.
И чем выше мы поднимаемся по позвонкам, вот такую вот распорку делаем, да, тем больше добавляем вращения вот туда. Вот опять же, помните, луч у нас такой, да, чтобы он как бы шел по логарифмической спирали. Вторая рука у нас в этот момент сначала была здесь, потом здесь, ползая все ниже, 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 дошли до второго позвонка. Вот поперечный просто уперлись, тут в ключицу я уперся, и вот уже вот отсюда в затылок уже толкаю. Чтобы вам видно было, да? Вот. Чувствуете, что шея, например, короткая у человека, да? То можно, а ваша рука широкая, да? То можно свою вот эти лучевую и локтевую косточки подставить и через них вот накатываем, накатываем, но не давим, не давим на шею. Накатили и раз, толкнули. Ну, ему надо вот с этой стороны, давайте с этой стороны. Проваливайся на меня, расслабляйся. Вот я ищу, жду, когда он расслабится. И не давлю то есть рукой, просто прицелился. Чуть-чуть так подхуз был небольшой. Чуть-чуть. До пальца долетел. До большого. Током даже, да? Так, ну и сам... с левой стороны палец. Потому что... Правой же бросили. Что, перекрестили? Нет, расслабляли это с другой стороны. С этого уже расслабили, и там же нерв от головы идет вот так вот. По надосный нерв, потом вот тут идет, это до большого пальца. Вот тут он проходит. Так, ну и сам атлант. Соответственно, наклонили голову. Ну, давайте так, правило такое. Под 45 градусов вперед. 45 градусов латерофлексия, 45 градусов ротация. Здесь держим за челюсть, а здесь за затылочную кость. Наша задача голову подкинуть. Тут вот отталкиваемся, получается, от плеча. Эта рука подкидывает, а эта рука за челюсть подкручивает. Только вот одновременно движение. Расслабили, расслабили. Видно на камеру. Давай, знаешь, как на стул посадим, а тут на камеру не видно. Лицом туда. Вот этой позе не кладешь. Еще клади, клади прям. Вот. Собственно, весом. То есть наша задача второй и первый позвонок, боковые отростки, куда повернуты они, где выпирают, да? Туда же затылок мы поворачиваем. Приподняв его, повернули, опустили, и он назад вернулся уже с правильной позицией. То есть я вот нащупал с этой стороны, у меня проблемка, да? Расслабились, расслабились, расслабились. И вот такое движение. А как не вы хватает... рукой приподняли вверх? А вот это затылок. Ну вот прям вверх до упора, да? Да, вверх вот так вот. Сюда повернись головой, ну, телом, телом, чтобы видно было. Вот затылок я поднимаю вверх, а тут отталкиваюсь от плеча. Вот такое движение. Не получилось, например, до второго добраться. Второй позвонок, он на самом деле такой мощный, массивный, вот эти вот поперечные и задние дужки. Тогда усиливаем как бы вот это вот воздействие. Тем, что в той же позе берем человека по диагонали. С этой стороны я буду грудной мышцей его прижимать. Но пока мы готовимся. А этой рукой отталкивать. То есть вот такое движение. Сейчас голова падает, расслабляется. И не расслабляешься, еще падает, 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 падает. И когда он расслаблен, я его подхватываю, вот плотно захватил. И в этот момент поддернул. Было там что-то? Угу. То есть дергаю вверх. Вот так вот, да? Здесь рукой отталкиваюсь вниз. Вот здесь было? Или где было? Уже не помню. Не понял, да? Ну, в такой позе, когда вот он пониже сидит, можно еще и декомпрессию провести за счет своих кулаков. Захватываем предплечьями его затылочные кости. Вот тут вот. То есть не шею, не челюсть, а именно затылочные кости. А кулаком от грудины отталкиваемся. Вот, голову назад.
и провисает на меня. Он висит. Вот такой вот рычаг получается. То есть тут удар сюда, а тут удар вверх. Вот такой рычаг. Так. Ну, что в этом положении еще можно сделать? Давай садись на стол. Так же? Так же, да. Этот человек, он такой мускульный, он крепкий, видите, не качается. А есть люди, которые прям как удав туда-сюда гнутся, да? Чтобы этого избежать, качения, да, то фиксируем его своей ногой. Вот так вот, коленку держим. Соответственно, расшатали и провели прием. Вот опять что-то было, да? Если у нас, допустим, вот в грудном отделе мы чувствуем, либо ребро тут выпирает, либо повернут позвонок, да, то можно подставить колено, берись за шею опять. Локти вместе и ниже наклоняйся вот так вот. Значит, вот мы. Прицелились куда надо. Только не вастись от роста, да, сбоку. И можем повыше на эту сторону перейти. Рук не хватает, поэтому через полотенце за локти его взяли. Локти давим к грудной клетке. Еще сгибаюсь, да, локти опускаюсь. Сгорбились и вот так мы его проработали. И с этой стороны. Теперь на вращение. Когда руки... Держи. Когда руки вот здесь захвачены, да, то мы идем, вот, хватаем под ним за плечо этого довершенного грудного отдела. Доворачиваем и в остистые отростки и в поперечные отростки. Допустим, при сколиозе правостороннем. Как упираться рука? Да вот, пятка и ладони. Если человек чувствует, что душу его, да, тогда дам голову довернуть вот сюда, и он как раз еще и доворачивает эти позвонки. Если он не зафиксирован, да, то можно еще либо ассистента попросить, либо сами его держим ногой. Его ногу держим ногой с той стороны. Расправляйся. Теперь на нижний отдел грудного отдела. Захватываем руку, ну давайте с другой рукой покажем. Под рукой, за то плечо, голова висит тоже в эту сторону. И вот мы его раскачиваем и толкаем, соответственно, вот в поперечные отростки. Дошли до предела и можно остистые. Вот так вот прорабатываем практически все участки спины. Сейчас будем отрабатывать все друг на друге, ребята. Ну, а если вы только нас смотрите, то зря это делаете. Лучше приходите сюда, я вас всему научу, поставлю руки и в путь, в дорогу, в практику.